Так, получила я мельницу из Германии. Мы заказывали, где каменные жернова. Она тяжелая, конечно. Это вот насадка АТ с плоским. Это сама вставка для машин с таким старым гнездом. У меня есть мельница тоже АТ-шная, она, которая металлические жернова здесь. Вот это вроде мельче. Сегодня я, короче, сделала эксперимент. Эту поставила я на самую мелкую, вот, почти до нуля. Промолола немножко полбы. И эту поставила на самую, убрала до конца. Вот. И промолола на ней. Сейчас покажу, что получилось. Так. Вот это сейчас расположу. И вот эту сюда. Вот на самой мелкой. Это вот с этой насадки. Металлическими. И вот с этой. Ну, да, более она крупная. Это вот. Это более мучная, но не намного. Все равно как муку, надо будет еще раз ее прогонять. Одна и та же мука. Это как-то даже более вот она желтее выглядит. Вот они у меня здесь. Вот это жернова каменные. Она похожа более на муку уже. А это вот такая. Сыпется прямо она. И мелких частиц меньше. Естественно, это все равно лучше мелит. Ну, вот так как-то. Потом еще раз попробую прогнать одну и вторую. Но снимать уже не буду. Вот я сыпала в одну коробку еще. Вот это вот с каменных черновов, а это вот с металлических. И тут более видно, что справа, где мололось на каменных жерновах, то там она уже побелее, пожелтели. То есть мельче все равно мелит, лучше хоть на один раз и там пропущено.